каждого своя. Есть такое тоже, такая фраза, что только дураки не боятся. Кто-то просто может трусить там от какой-нибудь, там, не знаю, там, подраться там или еще что-нибудь. Трусость, страх. Нет. Насколько это связано, это зависит от разных людей, у каждого человека по-своему. Есть люди абсолютно безбашенные, которые ничего не боятся, но тем не менее можно найти какие-то в их жизни там моменты, в которых они могут действительно бояться. Можно там, есть много всяких страшных вещей, которые в жизни происходят, и нереально быть совершенно таким смелым, отважным. Может быть, есть такие люди. Мне кажется, их сейчас настолько мало, что может их и не найти практически, так не встретить. Может, раньше такие люди были, да, которые на конях с саблями рубились там за свой город. И ничто им ни почем было. Потом ночью там в палатке поспал, а потом там выскочил и дальше рубился. Зависит от человеческого характера, мне кажется, это что-то встроенное вообще. То есть это не развивается, мне кажется, даже. Хотя, может, и развивается тоже. Смотря в каких условиях человек развивается, там, с детства своего, да, там, зрелого возраста.